Производство яиц в Приморье намерено увеличить до 280 миллионов штук в год. В крае планируют построить птицеводческий комплекс и расширить существующее производство. Соглашение о намерениях по реализации такого инвестиционного проекта заключили на полях 9-го Восточного экономического форума. Мы сегодня подписали соглашение о реализации проекта по расширению, по модернизации уссурийской птицефабрики. Несмотря на название, она находится в городе Артеме. Мы все ее знаем, это ключевой наш основной производитель яйца куриного в Приморском крае. Сегодня мощность предприятия порядка 180 миллионов яиц в год. И благодаря этому проекту она увеличится до 280 миллионов. Это проект не быстрый, он потребует несколько лет, и в случае, если с 2025 года, как мы ориентируемся, будет предоставлен Россельхозбанком, третьей стороной соглашения кредит, то с 2028 года начнется увеличение производства яйца.